Приветствую вас на канале Самоделушки. Сегодня мы смастерим миниатюрный коктейль для кукол. Нагреем металлический предмет, например, спицу, над свечкой. Возьмем стержень для горячего клея. Раскаленным предметом проделаем в стержне отверстие. Подождем несколько мгновений, чтобы стержень остыл. После того, как стержень остынет, обрежем при помощи лезвия неровный край. Отрежем необходимую длину стакана. При помощи зубочистки прокрасим образовавшуюся полость акриловой краской. Отрежем небольшой кусочек скрепки. Вставим в полость, замаскируем краской. Отрежем небольшой кружок от стержня с горячим клеем, шириной примерно миллиметр. Вырежем небольшой сектор, добавим каплю горячего клея и приклеим к стакану. Желтой краской нарисуем лимон. Вот и все, коктейль готов. Можно устраивать кукольную вечеринку. Всем приятного творчества и до встречи в следующем видео.